Игрок «Искры» не пропускает ни одной тренировки. Теперь они проводятся в домашних условиях. Каждый подход Илья выполняет на совесть. Потерять хорошую физическую форму легко, а вот восстановить будет крайне сложно. По возможности физические упражнения делаю, делаю зарядку, тренируюсь, когда один раз в день, когда два раза в день. Яркие игровые моменты пока только в воспоминаниях. Сезон команда завершила досрочно. На площадку игроки не выходят, строго соблюдают режим самоизоляции. Мы так закончили сезон на мажорной ноте. То есть мы выиграли игру у лидера чемпионата. Были очень рады и были довольны качеством своей игры, своей самоотдачей. Считаю, вот последняя игра в нашем сезоне была одной из лучших. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так и наш герой. Илья мечтает попасть в сборную и сыграть за честь своей страны. Чем выше цель, тем сильнее ты себя будешь заставлять и идти к ней. Ищите в самоизоляции положительные моменты, как это делает Илья Соловьев, игрок волейбольной команды «Искра». Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».